Сегодня все спасатели Гомельской области, города Гомеля, спешили к вам, чтобы подарить вам чудо-сказку. Сказку, о которой, наверное, мечтают все дети. Сказку, которую все ждут. Сказку, конечно же, с волшебными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой. И поэтому все поздравления вам сегодня. Счастья вам в наступающем году. Здоровья, конечно же. И все мечты, которые вы задумали, чтобы обязательно осуществились. С Новым годом! Слушай, слушай, малец, вот, это огнетушители ты, щитовую не лезь, взрослые тонят, но ты не забывай, если беда, пожарных вызывай, номер простой, их даже 2-101. Никогда не поздно, безопасность изучить, здесь